Упс. Маргуша, доброе утро. Всем приветик. Маргу, в школу пора. Просыпаемся. Ксюша уже проснулась. Ванечек, доброе утро. Ваня уже давно проснулась. Она ко мне пришла, давай меня облизывать всю с ног до головы. И облизывает. Разбудила меня раньше, чем мой будильник. Дождь идет сегодня. Дождевик, чтобы не промокнуть. Папа пошел в магазин купить что-нибудь для школы, перекусить. А то все за выходные съели и ничего не оставили. Шажики. Нет, еще у тебя есть 10 минут. Вот так вот, хопа, и не промокнешь. У меня такого нет дождевика. Пешком пойдете или на машине? Нет, на машине. На машине? Ну, поехали быстрее тогда. Сегодня YouTube вообще решил не открывать комментарии. Сразу же вышло видео, и комментарии закрыты. Вот так вот даже бывает. У нас уже 12:30, мне нужно быстренько готовить обед. Потому что придут детки голодные, как всегда. У тебя хорошее настроение? Что-то случилось? Нет. Быстренько я на обед пожарила картошку, которая у меня оставалась еще вареная, со сметанкой и с сосисками, которые тоже остались последние две. Вот так вот быстро. Сидеть. Дай лапу. Лапу дай. Молодец. Дай пять. Умничка. Хорошая девочка. Сидеть. Лежать. Голос. Голос. Ай, умничка. Дай пять. Умничка. Я тебе за это вкусняшку дам. Будешь? Такие вот косточки вкусные. На. Все, иди. Иди. Чего ты сделал сам? Птичку? Ну, молодец. Птичка на полицейской машине видела? Угу. Когда ты потом снова поедешь в Германию? Не знаю, когда я поеду в Германию. Может быть, в субботу на этой неделе? Можете потом поехать в русский магазин, пожалуйста. Зачем тебе в русский магазин? Можешь что ты хочешь? Купить еще таких конфеток. Это барбариска? Да. Барбариски. Моя любимая конфетка. Твоя любимая конфетка барбариска? Бонни. Она у тебя на кровати прям все съела. Что интересного в школе? Ничего. В лагерь собираешься уже? Завтра буду уже. Завтра будешь покрывать. Собираться? А когда ты будешь видео снимать? Завтра? Завтра. В среду. Потому что... Лучше в среду. Давайте, девочки, собирайтесь в школу. Да, конечно, еще 15 минут. 15 минут точно? Чего? Еще больше, чем 15 минут. Ты когда выдернешь свой второй зуб, он тебе мешает расти. Он мешает расти другому. Этот? Да. Ага. Там уже растет он криво. Не знаю. Каролина сегодня пойдет на день рождения к своему однокласснику. И купили они ему вот такие вот наклейки. Потому что он очень много их есть. Футбольные, да? Панини. Вот. Папа купил 18 штук. 18 штук купил. Но Каролина принесла домой только 8. И 10 штук она оставила себе. Стырила. Стырила. Вот еще. О, вот это нам. Газик. Газик. Может, ты ногу уберешь со стола? У меня еда на носках. У тебя еда на носках? Авокадики? Карабамо! Так, все, она, Каролина. Тимохнула, чтобы она потом в школе не открыла и опять не забрала. Клеем стырит. У меня в школе есть клей, она заклеит клеем. Я хочу спать, я не хочу делать тест. Давайте, все, быстрее, сейчас опоздаете. Быстрее, Маргарита. Почему? Мама, знаешь, я сделала, что у меня голова болит, потом мне уже на диванчике лежать. Да как ты сделаешь, что у тебя голова болит? Мам. Полежи. Потом, после паузы, я скажу, что у меня все еще болит голова, и она мне разрешит полежать на диванчике и сделать мне чай. Да? Круто. Волшебный. Спрячь ее. Да. Колька, смотрите, что осталось от этой банки.
ничего не осталось. Все, съели. Сколько здесь? 1 килограмм сгущенки за один день. Чего лежим? Деловой, давай убирать вот это все. Смотри, что это такое. Давай убирать, вставай. Мы тут решили порисовать немножко. Расстелили целый рулон. Что вот, мне не нравится, то что вот они повторяются, рисунки. Получается, он рулон, он толстый. И постоянно рисунок через какой-то промежуток, вот, допустим. Вот 3 вулкана. И вот опять 3 вулкана. Ну, в общем, вот какая-то небольшая часть этого рисунка, а потом это все повторяется. Не знаю, может быть, немножко неинтересно будет рисовать. Когда ты нарисуешь вулкан, потом я. Ладно. Каролина вечером приедет. Каролина поехала на день рождения. Она пошла в школу сначала. Потом после школы все детки пойдут на день рождения к своему однокласснику. Поэтому она вернется только где-то 6:00. Вот. А, кстати, учимся мы до... Получается, последний учебный день будет 2 июня. Ой. Последний учебный день будет 2 июля. Да, Ксюш? У вас последний учебный день 2 июля. Почему мы учимся летом? Потому что в течение всего учебного года очень много каникул, очень много праздников, много выходных. Поэтому, считай, каждые 2 месяца они отдыхают 2 недели. И плюс там еще разные праздники попадают. Поэтому они так мало отдыхают летом. Отдыхают они летом где-то 1-1.5 месяца, не больше. Кто-нибудь знает, когда закончится этот дождь? Я сейчас буду лепить пельмешки. Потому что я хочу пельмешки. Кто хочет пельмешки? Дошла до нас очень такая нехорошая новость, которая меня очень-очень сильно расстроила, не только меня. Вот, что... Сегодня какое число? Сегодня 7-е. 7 числа... Вышел новый закон в Испании. Хорошая новость, что границы в Испании открыли. А вот плохая новость, что туда пускают только с прививками. Я не буду делать прививку. Нет, я не буду. Фейк-прививка. Фейк-прививка, конечно. Некоторые говорят, что если ты едешь с Европы в Испанию, вот, например, как мы из Швейцарии поедем в Испанию, то прививка не нужна, нужен только тест. Но если зайти на официальный сайт, то там написано вообще любым туристам, неважно там с какой страны, Европа, не Европа, Азия, не Азия, в общем, что всем нужна прививка. Я надеюсь, что это не для всех, и я надеюсь, что все-таки нам не придется делать эту прививку, потому что я не хочу. Так, ладно, мы будем думать о плохом, кушать надо готовить, пока сделаю тесто, потом фарш. Так, по рецепту я делаю тесто на кипятке, 1 яйцо, соль, 3 стакана муки, 1 столовая ложка растительного масла, 1 стакан кипятка. Я буду делать все в 2 раза больше. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. Все, тесто я замесила. Единственное, что неудобно, это больно вымешивать изначально, когда сюда наливаешь кипяток, и потом начинаешь вымешивать, а это все горячее. Вот, а так тесто получилось очень эластичное. Сейчас оно отлежится немножко. Я уже начистила лучок, и сейчас я буду его натирать на терке. Я всегда на терке натираю, потому что Максу не нравится, когда попадаются кусочки лука, а так я его натру, и он не заметит. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Маргарита тоже собирается что-то готовить. Она купила шоколад. Что ты собираешься делать? Reese's. Что? Reese's.
грызть, если ты знаешь, что это. И как их делают? Ты должна растапливать шоколад? Ну ладно. Давай. Я сначала немножечко смотрим, что получится. Так, я уже вон налепила, не знаю, сколько там штук. Много. Сейчас еще вот эту вот одну налеплю и будем варить. Давай заканчивай. Место занимаешь. Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober. Always in my head. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you. Приятного аппетита! Хочу! Сначала мне! Хочу! Сначала нет, маме! Нет. Нет! Нет, мама готовила сначала я маме! Я тут мать! Там себе наложите мне! Сказал! Да, видишь, Маргарита, пока мы тут болтаем, она уже накладывает! А ты тут тоже, да? Ждешь свои пельмешки? Приятного аппетита! Почему? Покажи! Каролина уже приехала, папа ее привез! Да! Как там поиграли? Потусили? Крутая тусовка была? Все пакетики подарила с наклейками? Или себе забрала? Маргарита принесла список точный, что она с собой будет брать в лагерь. Такая поэтому тяжелая. За... Я тебе на ножку села, прости. Я не заметила. Вот, и завтра или послезавтра она уже будет видео снимать, да, и Ксюша тоже? Завтра. В общем, решили так, Маргарита будет собирать свою сумку на свой канал, а Ксюша будет собираться в лагерь на канал сестричек. Угу. В общем, мы решили так. Мама, нужно еще купить крем для солнца. От солнца. Крем от солнца у нас нет разве? Нет. Книжку, например. Игрушки тоже можно брать? Да, можно. Настольные игры? Я с собой возьму вот это, что я сама сделала. Ташенлампы, закмессер. Фонарик? Был же вот у папы недавно только фонарик где-то маленький. Туалетный артикл. Водичку налей, у него водички мало. Ксюш, водичку налей. И в пижаме пошли. Еще не плема. Не пива. Как вы думаете, она выпьет это все молоко? Я разбила молоко и такая думаю, что же делать? Ну, жалко же. Ну вот, посадила сюда собаку, чтобы она хоть попила молочка. Ну не мешай ты ей молоко пить. Сейчас тоже тебя заставлю. Почему? Маргарита. Маргарита, ну не мешай собаке пить молоко. Это собака. Давай, Бонечка, выпивай, давай, давай. Пей, моя хорошая. Да нет, она навряд ли все выпьет. Давай тоже. Присоединяйся. Все? Не осилила? Лужицу. Ну, жалко, придется выливать в раковину. Все, молодец. Попила молочко. Это придется все вылить. Сейчас я пойду чистить зубы. Мне завтра рано. Да. Давай, ты мне нужно зубы чистить. Ну, чисти. Скажи всем привет. Вот такой пацан. Сейчас накакает тебе. Он не какает. Давайте, ребят, всем пока. Мы отдыхать. Иисус.